Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Ольга Малышева, которая основала школу танцев под названием «Маджестик». Ольга, спасибо, что пришли. Ольга, кстати, один из знаменитых клиентов интернет-бухгалтерии «Мое дело». Ольга, можно, пожалуйста, рассказать с самого начала, как вот пришла эта идея организовать школу танцев и как она развивалась? Началось все с увлечения, с того, что я работала в офисе, как большинство москвичей. Но со временем эта рутина поднадоела, и однажды к нам в офис пришла моя коллега, у которой сумочки торчали каблучки. Да. Я тоже очень заинтересовалась в те времена. Понятие стрип-пластики было не просто новым, но и очень скандальным словом. Вот. Тем не менее, несмотря на то, что это всем хотелось, было и страшно. Поэтому, пользуясь таким знакомством, я вместе с этой девушкой пришла в школу, в которую она записалась. Боялась вначале. Потом начала заниматься. Потом поняла, что это не так страшно, как кажется. А со временем это настолько затянуло, что стало частью моей жизни. Угу. Дальше я поняла, что, наверное, не будет второй жизни, не будет второго случая для того, чтобы притворять свои мечты. Я решила воспользоваться шансом и сделать увлечение еще и своей работой. Вот так, собственно, и пришла в голову эта идея. Сначала было несколько учеников, мы занимались, и в то же время хотелось чего-то большего. Ну и, соответственно, с этого все началось. Угу. Ну, это, соответственно, называется танцы на пилоне, да? Сейчас. Да, это танец на пилоне, хотя то, что было раньше, то, что сейчас, это два разных направления, скажем так. Раньше это действительно была стрип-пластика, это было очень приближено к женственности, к сексуальности. Женщины действительно именно за этим в первую очередь шли. Сейчас хотят очень сильно абстрагироваться от понятия сексизма или там сексуальности, очень отказываются от этой составляющей и больше уходят в спорт. То есть девушки предпочитают вместо фитнеса ходить на пилон. Ну, как я посмотрел в YouTube, в интернете и на фотографиях, то есть там люди с лишним весом этим заниматься в принципе не могут. То есть как можно удержаться, да, там, на таких нагрузках, обладая каким-то лишним весом? То есть это фактически такая гимнастика, да? Это не только гимнастика, но избыточный вес. Он не только может препятствовать, но наоборот помогать. Да? В каких-то случаях девушкам худеньким проще, а в каких-то случаях наоборот. То есть удержаться на пилоне девушкам с весом на самом деле проще. Вот именно сидеть, зацепиться, удержаться, повисеть проще. С другой стороны, конечно, ну, скрывать не буду, конечно, им тяжелее, потому что тягать свой вес, вы понимаете. А вообще танцев, школ танцев в Москве, в частности, довольно много, а вот именно специализированных сколько существует вот такого плана? Специализированных по направлению пилон, да. Pole dance, все равно их становится все больше и больше, я бы так сказала, сколько тех, которые зарекомендовали себя, сколько известных, сколько действительно профессиональных школ. Их не очень много. То есть это направление вообще возникло когда? В России? В России, если мы говорим именно про Москву, скорее это какой-то 9-й год. Первые соревнования — это 9-й год. А насколько я знаю, через школу прошло уже 1500 человек. То есть это хороший результат, на мой взгляд, для того, чтобы... Это образовательное учреждение, на самом деле, да? Ну, в каком-то смысле понятно, что мы не образовательное учреждение, скорее спортивная секция, спортивный клуб и женский досуговый клуб, скажем так, хотя к нам приходят и мужчины. Девушки, которые к нам приходят, это же и мамы, и жены,
чьи-то дочки, поэтому их жизнь как-то складывается, они выходят замуж, рожают детей и потом возвращаются снова. Угу. Причем бывает, что и с детьми. Угу. Ольга, насколько трудно было вообще организовать клуб этот? Дело в том, что я начинала среди немногих. По этой причине никакой наработанной базы в этом смысле нет, не существовало и, по-моему, не существует до сих пор. То есть нет готовых решений. Поэтому я шла на ощупь. Я понимала, что мне нужны какие-то определенные технические стандарты для того, чтобы организовать такой зал. И не любое помещение, в принципе, могло бы подойти. Вот. Несмотря на то, что в принципе сдается в аренду очень много помещений, но именно подходящих совсем немножко. Плюс ремонт, который приходилось делать чуть ли не своими руками. Плюс специальное оборудование. Мастеров, которые занимаются таким оборудованием, тоже немного, их можно пересчитать по пальцам. Их действительно, ну вот раз-два обчелся на всю Москву. Вот. И есть люди, которые могут непрофессионально что-то сделать. То есть всякое бывало. Угу. Какой объем помещения? Объем помещения. Предполагается, что кроме тренировочного зала, я рекомендую больше, чем один тренировочный зал, хотя бы два, может быть, три помещения, и плюс еще дополнительные, где люди переодеваются, какие-то там бытовые услуги тоже должны быть. Значит, не менее, наверное, 150 квадратных метров. Угу. Какие еще есть нюансы вот для того, чтобы создать и управлять таким, такой танцевальной школой? В первую очередь, это личная заинтересованность, огромные морально-физические силы. Такой бизнес не может развиваться, если человек сам не знает всей специфики танцев. Конечно же, люди, которые стоят, основывают свои школы, это люди, которые не просто танцуют, но они постоянно либо ездят, тренируются, на соревнованиях участвуют. Люди, которые танцуют, может быть, вот не только за какие-то награды, но это люди, которые честолюбивые, целеустремленные и творческие. То есть это основополагающий принцип для того, чтобы такой школой заниматься. Какие основные ошибки были при развитии бизнеса? Ошибки есть, бывают, может быть, какие-то будут известны позже, со временем, то есть сейчас мы еще в процессе. Но опять же, уметь разбираться в людях. Я уже говорила о том, что важна команда, команда единомышленников, люди, на которых можно положиться, как ни в каком другом бизнесе. Потому что здесь, как повторяюсь, не только деньги решают, будет успешный бизнес или нет. То есть это действительно должны быть единомышленники, это должны быть люди, которые в этом также разбираются. И как таких людей подобрать? Подсознательно. Я знала тех, кто подбирал себе команду даже по гороскопу. Даже такое. Интересно. А как вообще привлекать людей? Это реклама, контекст, или это листовки, или лента? Это местные газеты? Что это? Ну, местные газеты не очень работают. Какие-то виды рекламы не совсем эффективны, потому что стоимость контакта с одним клиентом слишком высока. Поэтому максимально эффективно это все-таки интернет-реклама. Социальные сети, как небольшие частные бизнесы развиваются, они продвигаются через социальные сети. Угу. Ну, ВКонтакте я видел очень такое сообщество. ВКонтакте, да, максимально интересное. Мы пытаемся. Сайт, новости, постоянные отчетные концерты. Вот буквально на днях был очередной. Угу. Наверное, с этих концертов начинают Инстаграм сразу люди, да, постить. Facebook, ну, вот сейчас, ВКонтакт. Да, Инстаграм. Инстаграм сейчас тоже развиваем. То есть для таких вещей социальные сети самое то, да? Да. Продвижение. Плюс мероприятия. Сейчас приближается лето, и мы выезжаем вместе со своей командой
Даже на пляж, даже угу. просто в лес. А как в связи с тем, что сейчас кризисная ситуация, спрос падает или сохранился на том же уровне? Конечно. Вот в частности, я читал, что в кризис, в частности, англичане проводили исследования, люди больше занимаются сексом в кризис. Потому что у них денег нету, они занимаются тем, что бесплатно. Вот, возможно, тоже девушки там начинают отказываться от танцев и идут, не знаю, там. Я скажу тогда по своему домой. Опыту. Одна из причин, по которой я превратила это увлечение в бизнес, было именно то, что я не могла себе позволить более оплачивать эти тренировки. Тогда это тоже был период кризиса в России. Угу. Вот. Соответственно, мой опыт – это, наверное, ответ на этот вопрос. Понятно. То есть нам надо ожидать появления большого количества клубов. Кто найдет новых. Возможность. Понятно. Но чувствуется снижение некоторого спроса? Да, как и везде, конечно. Угу. А интересно, сколько стоит вот, месяц или абонемент, как это все измеряется, квартальный абонемент? Здесь каждая школа по-своему строит политику продвижения ценообразования. Скажем, в моей школе, может быть, даже одна единственная в Москве, в которой можно по одному абонементу просто заниматься сразу тремя направлениями. Это танец на пилоне, воздушное кольцо и воздушное полотно. То есть девочки, которые занимались на пилоне, со временем стали осваивать какой-то очень похожий для себя снаряды, в которых находят что-то действительно общее своим навыкам и применением. Значит, для девушек выгодно приобретать такие абонементы. Также длительность занятий, длительность тренировок. У нас в школе длительность тренировок 1,5 часа. За 2, может быть, люди успевают, если пользуются одним снарядом, а часа мало, потому что одна всего лишь разминка уже 20-30 минут длится. Ну, таким образом, стоимость делим на минуту и получаем наиболее какие-то для себя хорошие условия. Угу. А вот это на полотне, это что такое? То, что вы наверняка в цирке видели, дюсалей. А. Полотно. Это высота, не знаю, до 8-9 метров бывает доходит. Девушки залазят, и один, двое, даже бывают групповые номера. Но это большая редкость, конечно, но бывает. Ольга, а этот бизнес может быть масштабирован? Он может быть сеть танцевальных школ по всей Москве? Да, может, потому что бывает такое, что люди интересуются конкретной школой, конкретными преподавателями и конкретным направлением, потому что от школы к школе специфика все-таки разнится. Есть стиль. То есть у школы существует некий свой стиль, и он бывает, что импонирует максимально. И поэтому человек хотел бы заниматься в такой школе, но территориально она находится не очень удобно. И либо люди ездят на другой конец Москвы ради таких тренеров, ради такого, скажем так, направления обучения. Либо, если школа может себе позволить вот действительно открыть сетевые филиалы, да, то, соответственно, идет навстречу своим клиентам потенциальным. Ну просто я вспомнил предприниматель Ги Ла Либерте, это основатель Цирк Дю Соле, он изначально начинал как уличный фокусник. И он построил такую империю, которая стоит чуть ли не несколько миллиардов долларов, фактически привлекая большое количество артистов. А почему не построить империю Маджестик по всей России, эти школы танцев? Наверное, это вопрос времени. Что касается Цирка Дю Солей, интересовалась, читала про них, не очень много информации знаю, но в свое время именно они вдохновили меня и их выступления,
которые я видела, организовать похожее шоу на одном из наших концертов. И нам это, по-моему, удалось. Мы создавали сказку по мотивам «Алисы в стране чудес». У нас она называлась «Алиса в стране пол дэнс», где мы совместили номера на воздушных полотнах, на воздушном кольце и даже стрип-пластика и йога, и, конечно же, танец на пилоне, большое театрализованное действие с костюмами, декорациями, с лейтмотивом, с героями, с узнаваемыми и центральной идеей. Все, что происходило во время этого мини-спектакля, происходило прямо на глазах у зрителей. То есть то же самое, что происходит на представлении «Цирка дю Солей», когда даже смена декораций или смена снарядов спортивных происходит на глазах, и это обыгрывается как-то интересно. Были задействованы максимально вот ученики нашей школы. Хочу пару вопросов задать по поводу интернет-бухгалтерии «Мое дело». А как так получилось, что вот именно этот сервис был выбран для того, чтобы вести учет? Наверное, я не очень хорошо помню тот день, ту минуту, тот час, как это случилось. Но как человек творческий, заниматься цифрами, бухгалтерией для меня очень тяжело. Ничего в этом не понимаю. Все время испытываю трудности, особенно в сроках, сдачах, периодах. И год от года, несмотря на то, что это уже длится много лет, никак не могу запомнить все вот эти вот периоды. Это самая большая проблема для меня. Соответственно, мне нужен какой-то помощник, который бы, ну, что-то типа календаря, с простейшими, может быть, какими-то функциями, вовремя напомнить, заранее предупредить, какие-то моменты поставить в известность, чтобы вовремя успеть все это сдать. Для меня это самое-самое главное. И каким-то образом я вас нашла. Понятно. Кстати, тоже в интернете. Понятно. Но это сервис справляется с этой функцией? Да. Облегчил задачи свои, задачи в жизни, так сказать? Да, конечно. Ольга, а интересно, клиентская аудитория школы какова? Кто вот эти девушки, женщины? Ну, кроме того, что это женщины и небольшой процент мужчин, как я говорила, это мамы, дети и так далее. Очень интересные у меня были наблюдения по поводу профессии и специальностей. Бухгалтера, медики, стоматологи, в том числе бизнесмены. Угу. Ну, наверное, такой срез общечеловеческий, да? Да. Даже бывает, знаете, матери-героини. То есть матери 3-4 детей. Даже так. Понятно. А мужчины чем занимаются? Так, ну, мужчины у нас наиболее свободные. Это либо студенты, либо люди, которые могут позволить себе более-менее свободный график работы. Наверное, фрилансеры, спортсмены, творческие, опять же, люди. Понятно. А сколько примерно один человек посещает школу? Один год, два до года в среднем? Ну, вы знаете, как правило, это человек, который пришел, и если он вовлекся в сам процесс, то даже если у него есть какие-то временные причины не посещать школу, это не значит, что он никогда не вернется. Бывает, что проходит год, полтора, и мы снова видим этого человека, который снова по-прежнему с нами. Вот, если же человеку показалось, что это просто не его направление, да, он уходит и уходит довольно быстро, где-то месяц-два. В среднем для того, чтобы человек увидел какой-то результат, нужно, наверное, от 3 до 5 месяцев. Раньше этого времени вообще говорить о чем-либо по поводу того, получается, не получается, и будет ли этот человек дальше посещать, очень сложно. А какие проблемы возникают вот, текущие по бизнесу? СЭС приходит, стучат строители. В первую очередь это люди, то есть общение с людьми.
Мне самый крайне неприятен факт, когда относятся именно как к бизнесу, то есть как к сфере услуг. Мы пришли, и поэтому, пожалуйста, обслужите нас, потому что это само по себе неправильно. Это вложение не столько материальных, сколько внутренних, эмоциональных своих ресурсов. И по этой причине, так как и я, и мои тренеры, моя вся команда больше направлена на результат, помогать человеку реализовать свои какие-то возможности стать лучше, угу. то, соответственно, мерить это деньгами ну, нельзя. Это отношения. И поэтому и нас тоже. И меня, и мою команду очень обижает, когда просто люди приходят и говорят, мы заплатили деньги, соответственно, вот, обслужите нас. Ну, надо повесить такую табличку. Вам будет, может быть отказано во входе без объяснения причин. Это частный клуб. Да, возможно. Но есть тут разные подходы. На самом деле, бывают действительно клиенты, многие жалуются, да, от которых больше проблем, чем от доходов. И, ну, у каждой компании есть способ того, чтобы таких клиентов как-то завернуть, не знаю, не обслуживать, ну, потому что они вымотают все нервы. Должно быть две направляющих. Одна направляющая, когда компания стремится идти навстречу клиентам. Но в то же время так не должно быть, чтобы клиенты действительно были во всем всегда правы, потому что у компании тоже есть правила, которые нужно клиентам соблюдать. И тогда будет найден какой-то консенсус. Угу. А каким софтом, программным исключением пользуется школа? У нас есть и уникальные программы, которыми мы пользуемся. Это программы для обработки клиентопотока, угу. их данных, которые содержатся в строжайшей тайне, никому, никаким третьим лицам не передаются. Бумажные носители тоже, понятное дело. Ну и 1С тоже. Угу. Оля, какие еще проблемы бывают у школ танцев? Я могу сказать именно про школу танцев на пилоне, потому что у нас специфичный бизнес, поэтому одна из главных, не проблем, но главных моментов, которые перед нами стоят, это обеспечение безопасности. Поэтому, когда приходят ученики, тренер с ними занимается, ну, по сути, как с детьми, как с детской группой. Все время следит за тем, чтобы люди не получили какую-нибудь травму, угу. заботится о них. Все время находится поблизости, чтобы поддержать, видит боковым зрением. Учеников в группе бывает от 6 до 8 человек в среднем у нас, в нашей школе. Значит, 6-8 глаз имеет. А страхование какое-нибудь происходит или нет? На полотнах, сами по себе полотна являются отчасти. Маты, конечно же. Не, я имею в виду финансовая услуга страхования, если человек, допустим, получает травму. Нет, такой услуги мы, конечно, не предоставляем. Угу. Можно было бы просто человека Но обязывать правила страховку техники покупать. Безопасности у нас обязательно для ознакомления висят и на сайте, и человек подписывает свое согласие с тем, что он ознакомился с этими правилами. Плюс к этому инструктаж во время занятий. Лично я в каждый раз рассказываю о том, что если вы выполняете вот этот трюк, обратите внимание на вот эти опасности, которые вас могут подстерегать. Маты обязательно. На отработке трюков и страховка. Когда еще какой-нибудь партнер, ученик находится поблизости, если нет поблизости тренера. А помещение находится до сих пор в аренде? Да. А интересно, сколько стоит вот такого рода помещение в аренду снять? Стоимость аренды, она же разная. Центр Москвы или окраина. Ну, у вас вот школа. А можно мне этот вопрос оставить в тайне? Можно, конечно. Ольга, тогда вопрос последний в нашей программе. Россия вообще пригодна для бизнеса? Тяжелое поле, пожалуй. Именно в первую очередь потому, что у нас привычно идти от клиентов.
Вот как клиент скажет, так и будет. Вот мне кажется, что за рубежом это несколько иначе, и поэтому бизнесмен там может себя реализовать еще с человеческой точки зрения. Вот у нас больше уходят финансы в деньги, как-то так, и поэтому это немножечко печально. Ну и плюс ко всему постоянный повтор вот этих вот кризисов, когда они циклично происходят, и каждый раз школа танцев особенно находится на грани выживания. Угу. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго, хороших успехов в бизнесе.